В городском округе Солнечногорск устанавливают щиты с призывом не мусорить. Одно из первых предупреждений появилось в парке Победы. Вопросы уборки мусора стоят очень остро у нас в городском округе. Очень много людей, которые, отдыхая в публичных местах, оставляют после себя, ну, скажем так, много мусора. Для этого еще раз напоминаем, что мы за этим следим и будем с этим бороться. У нас есть программа экологии, которая предусматривает установку 30 щитов предупреждающего характера о том, что свалка мусора запрещена. Данные щиты будут установлены в парковых зонах, а также по берегам наших водоемов, в том числе и озера Сенеж.